Привет, привет всем. Привет всем. Здравствуйте. Привет, привет. Блины готовы. Или оладьи там. Фиг узнает, дамочка. Вот такую лобочку. Уси-пуси. Сейчас покажу блинчики, оладьи. Привет. Такую кучу. Надо теперь плиту мыть. Видите, какая красота. Сколько много. Привет всем. Привет, Ксения. Ой, теперь можно кушать. Да? Будешь, Мань? Прямо тебе, Манечка, даю. Ням-ням-ням. Полная кипка. Вот этих вот. Было солнышко, было хорошо. Вот. Да-да. Вот. Эх, вот в деревнях ели все. Да, в деревнях ели все. Люблю деревню я, свою родную. Чем же? Почему же деревни нету теперь, да? Все ездили к бабушкам на каникулы раньше. Вот, сладкий хлеб был. И хлеб. И вообще, я помню свою бабушку, когда у нас была русская печка. Ну, она пекла там и хлеб, и булочки, и... Ну, короче, все подряд. Вот. Что я люблю бабушку? Потому что она как-то хороший человек такой, добрый. Была. Да-да. Что ж ты так делаешь? Все в море делают вот так. Все делают. Вот, к примеру, в ванну заходишь, то есть, или в душ, ты, если тебе приспичит писать, ты писаешь, вот. Я думаю, все это делают. Ничего удивительного нет, да? Они же тепленькие. Все такие вот. Есть вот такие. Короче, последние не блинчики хорошие. Ну, первый вообще фигня была. Там я еще сахару добавил. И получше стало. Ну ладно. Всем пока-пока. Романовская. Привет. Да, блины. Блины или оладьи, фиг узнает. Ну, как-то так вот получились. Оставался у меня кефир, на кефире все это сделал, замутил. Короче, ладненько, всем хорошее настроение. И вот даже Маня вот нюх-нюх, да? Пока, хорошего покушать, да-да. Спасибо. Всем хорошего дня, до свидания. И, короче говоря, на удачу вам, Маня. Вот, от удовольствия, чтобы у вас удовольствие было, прям по самое это, чтобы все хорошо у вас было, как и у меня. Вот, видите, красотка, Маня красотка, такую лопочку. Она любит, когда ее вот так вот гладят. И это такая киса, прям вот, ёперный театр, да. Но если против нее, то все, капут. Да. Короче, всем пока-пока. И пусть у нас все будет хорошо и прекрасно. Удачного всем дня. Пока-пока.